Здравствуйте, мои зрители. Сегодня я хотела бы сделать расклад. Мне попросили зрители по поводу Порубия. Вроде как раскручивается там дело по поводу Порубия. Его вызывают там допрос. Поднимается дело по поводу поджога 2 мая в Одессе. Вот этот вопрос мне просили рассмотреть. Чем дело это закончится? И посадит ли Порубия, понесет ли он ответственность за это самое... за содеянное. И как бы если прямая причастность Порубия к вот тем событиям, которые происходили в Одессе 2 мая. Там погибло 49, по-моему, человек подожгли, а вообще по подсчетам, говорят, пострадало что-то 200, что ли, человек. Ну, очень много людей пострадало, а именно сожгли вот по подсчетам вроде как 49, но... вроде специально как занизили это, чтобы не было международного расследования, потому что если поставить 50 человек, это уже как геноцид рассчитывается, и уже это приобретает как бы международные рамки расследования. Но вот занизили этот результат, поставили 48 человек, чтобы вот эта разборка произошла именно внутри нашей страны, не вышла на международный уровень. Ну, я как обычно... Я вам говорю, что я задаю своему духу, своему ангелу-хранителю вопросы, которые меня интересуют. Ну, я постаралась как бы более расширенную планку задать, чтобы понять, причастен ли был Порубий. Я еще потом сделаю расклад на Майдане, причастен он был или нет. Вот. А именно вот в Одессе меня попросили, зрители очень просили именно по поводу Одессы. Значит, сначала я вам скажу, значит, сделала запрос как личность, то есть я представляю эту личность, а потом участвовал ли он и получит ли наказание. И какое наказание? Посадят ли его в тюрьму или... есть такой вопрос, психиатрическая лечебница. Вот как-то так, потому что... Судя по ответам, которые мне давали высшие силы, он все-таки действительно психически больной человек. Значит, что мне ответили высшие силы? Качество личности. Вы знаете, он глуповат по натуре, как бы это ни звучало, глуповат. Это как бы характеризует его личность, что вот он туповат, глуповат, вот такая заторможенная личность изначально, с рождения. Не болезнь психическая повлияла на это, а именно вот он с рождения такой, не слишком умный человек, не слишком умный человек, и для него решить какие-то серьезные вопросы, это как с трудом все это дается. Но он очень подвержен влиянию со стороны, то есть... его со стороны могут его мнение изменить на что-то, но если вот он, значит, ну, как бы понял, что да, действительно, вот это вот надо, и вот даже если какое-то вот мнение, оно вообще какое-то, не сказать, что там вот хорошее, ну, приносящее даже боль каким-то людям, все равно он в своем мнении идет вот в своей тупости, скажем, идет вот до конца, добивает до конца. Хотя, человек, остановись, пойми, вразуми, что это не так. Вот, то есть он не прислушивается к хорошему мнению, а вот все какие-то вот как какие-то мнения такие со стороны неприятные, вот он их как-то подхватывает очень легко. Такие здравые мысли, идущие от людей, которые говорят, ну остановись, ну все, это делать нельзя, это вообще неправильно. Он это не воспринимает. Он воспринимает более такие, что вот именно плохо сделать для народа, не для себя, а для народа. И еще он, если вот это сулит ему денежная прибыль, он переступит через все, через убийство, через всю вот эту вот черта, она у него вот с детства такая. Непонимание, но деньги. А вот складывается впечатление, что он как-то родился, скорее всего, не очень обеспеченной семье. И вот это у него зацикленное вот чего-то вот денег, любой ценой. И то, что он сейчас психически больной человек,
с рождения, конечно, он не был вот таким вот. Он просто туповат, глуповат был, как недоразвитая личность. Ну, таких людей полно у нас. Вот. Ну, вот желание вот этого денег. И получается, вот у меня шла картинка такая, что вот в молодости, вот где-то 18, может, 19 лет, то есть вот такой вот возраст, такой шкодный самый возраст, подростковый считается, он вот что-то совершил. Я не стала рассматривать до конца, но вот как бы мне пришла информация, что-то он совершил, какой-то нехороший поступок, вот что-то вот плохо. И тот поступок, который задействовал не только вот материальные какие-то блага, а он переступил именно черту духовности. Вот по духовному развитию, по духовности. Вот у нас есть церковь, там 10 заповедей, да? Вот что-то из этого он переступил, и переступил очень сильное. И поэтому у него поле как бы открылось, и вселилась сущность. Вот мне показывает, что в нем вселенная сущность, которая со временем начала изменять его сознание. Потом, значит, у него получается как разлад действительности, внутренний разлад от действительности. А он находится постоянно на таблетках, которого как успокоительные, вот как-то вот, чтобы сдерживать его вот эту агрессивность. Но иногда эти таблетки не срабатывают, и агрессия, вот тоже вот показали такую картинку, что вот он находится дома, и вот он рушит все. Летит посуда, вазы, все это рушится. Какая-то вот необузданная агрессия, что даже родственники не могут с ним справиться. Им приходится вызывать психиатрическую больницу, скорую помощь для того, чтобы как-то успокоить. Даже если он был спикером, все равно это происходит с ним сейчас на самом деле. И происходило, когда он спикером был. Вот с малолетства у него. И вот эта неконтролируемая агрессия, она может появиться в любой момент. Хотя таблетки более так сдерживают его, но все равно периодически вот этот всплеск, оно бывает. Приезжает скорая, делает ему уколы, успокаивает его, на успокоительное, и тогда эта агрессия как бы вот снижается. Но вот такие всплески именно агрессии у него они есть. И вот эта вот сущность, то, что ставится там диагноз шизофрении, все такое, это не только диагноз, это именно вселение сущности. Потому что это духовное нарушение законов на нашей жизни, нашей планеты, на Вселенной. Именно нарушил духовный закон. Духовный закон нарушил его очень сильно. Что допустил вселение вот этой сущности. Медики не помогут. Здесь надо именно в молитве, в аскезе быть, и делать хорошие поступки. Тогда вот произойдет излечение, и только это длительные годы, чтобы осознание перешло, понимание перешло, и то всплески будут. А так как он это не осознал и не понимает, и рядом живущие с ним люди, родственники, наверное, тоже не понимают, что с ним происходит, и поэтому излечение у него не видится, не обнаруживается, ну, по крайней мере, на ближайшие там 5 лет. В таком состоянии он, скорее всего, и доживет до конца своей жизни. Не придет к нему осознание, понимание, что что-то в этом мире он делает не так. Вот. Вот как бы я рассказала о его личности и по поводу того, что участвовали он в поджоге 2 мая в Доме профсоюзов в Одессе. Да, конечно, он участвовал. Мало того, что он участвовал, он был напрямую организатором этого. Ему пообещали безопасность, ему обещали, то есть делай все, что хочешь, пожалуйста. Главное, чтобы вот устроить, что нам нужна вот эта картинка, сжег людей, неважно какое количество, нужна картинка для общества, показать это все. То есть, ну, какое было правительство, такое как бы и ходы были у этого правительства, и нужна была вот эта картинка со 2 мая. И поэтому все, что он придумывал, организовывал это все, он понимал, что его это не коснется. Главное организовать, и за это ему были заплачены большие деньги. Вот это главный мотиватор. Неважно, что организовать, кого спалить, главное – деньги, большие деньги. Вот у него какая-то жажда до денег такая, что граничащая на какую-то, вот я не знаю, вот, ну, на какой-то вот жадности. Ну вот это, и мне идет сигнал о том, что это идет из его семьи.
Вот что-то вот он в детстве не добрал, что ли. Я не рассматривала его семью, какая семья, обеспечена, не обеспечена. Но идет информация, что не очень обеспеченная была. Что-то там и тоже даже родители были вот с деньгами. Вот какое-то неправильное обращение с деньгами. Что у ребенка развилась вот эта именно жажда. Хочу побольше денег. Неважно, каким путем. Переступлю через все. Главное, деньги. Вот это у него, вот это вот, скорее всего, духовный закон и подействовал. Он переступал через черту. Вот, а потом произошло вот это вселение сущности и вот этот страшный диагноз, который он стоит. Это как бы не секрет, все знают, что он со справкой, что он шизофреник. Как бы, ну, пытаются якобы скрывать, но в обществе как бы понимают. Даже посмотрите на того, на его внешность. Тут даже говорить ни о чем не надо. Его внешность говорит о том, что он психически больной человек. Не надо быть гадалкой, сосчитывать эту информацию, оно видно. Вот. И вы знаете, будет ли суд над ним? Да, суд, конечно, будет, будут разборки. Мало того, что будет предоставлено на этом суде не только документы, что он участвовал, будут предоставлены видеосъемки еще, о которых он даже не подозревал, что эти съемки эти есть. Но эти съемки готовили, чтобы как бы его тоже поддеть. То есть мы сказали безопасность, а на самом деле его действия контролировались, и все это записывалось на видео. А что будет прямым доказательством в суде, что он был именно причастен, и не то, что причастен, а организатор, самое прямое отношение имел к этому. Ну, вот вы знаете, он, честно говоря, о себе не сильно заботится в том плане, что ну, что будет, то и будет. У меня справка, меня все равно в тюрьму не посадят. Вот. И думаю, что в этом деле не только он участвовал, а были участники еще другие лица от руководства. И думаю, что типа ему кто-то, возможно, поможет, потому что не он один, а те не смогут... будут вытаскивать себя, и типа и он тоже вместе с ними. Вот так. Но усилия, чтобы убрать какие-то документы, порвать какие-то вот дела, вот он не принимает в этом участие. Как-то вот он безразличен к этому, вот отрешён от всего. И думаю, что все это закончится хорошо. Но это вот говорит о его тупости. Тупость, глупость, ну, вот, черты характера, вот человека черты, не характера, а человека именно. Ну, вы знаете, действительно пришел ответ, что ему никто не будет помогать, будет суд. Единственное, что люди, которые вместе с ним участвовали, они будут пытаться отгородить себя и побольше скинуть на него. Вот даже вот до такой степени будет, что типа он виноват. И закончится суд, да, будет выведен вердикт, судебное решение будет. И судебное решение такое... Скорее всего, его посадят в психиатрическую больницу. Вот как вот такое идет, что вроде как суд есть и нет, и в то же время в тюрьме, не в тюрьме, вот идет как психиатрическая лечебница. Вот его посадят туда, все, он там будет прекрасно существовать себе. Подлечивать его будет, через какой-то период времени его оттуда отпустят. Вот. То есть, ну, в принципе, он сам и на это надеется, думает о том, что у него наказания не будет. Да, действительно, тюрьмы он избежит. Психически больных людей там не держат. Он будет находиться в психиатрическом отделении. Под хорошим уходом, под хорошим наблюдением. Так что у него, скажем так, все действительно хорошо сложится. Ну, его, те, которые с ним работали, они его как бы еще и потопят. Скинут свои грехи на него еще. Те, которые вместе с ним все это дело организовывали. А теперь посмотрим, что мне сказали карты. Ну, по картам я как бы тоже общий как-то такой вопрос задавала. По поводу там суд, не суд. Ну, как бы общий расклад. Сейчас я вам покажу, что у меня получилось. Тоже достаточно интересное получилось по картам Таро. Вот мой расклад идет. Вот, в общем, карты Таро говорят о том, что вот вышла четверка мечей. Он спокоен, типа он сейчас уже отошел от дел, и он вообще совершенно безразличен, отдыхает и надеется, что с ним ничего не будет. Вот карта Вера, что он в надежде, что все пройдет, ничего не будет. Вот.
Ну, участвовал он напрямую в поджоге людей. Вот, да, карта, да. Это идет четверка жезлов. Говорит о том, что он непосредственно принимал участие и разрабатывал план. Вот именно разрабатывал план, как это все это будет происходить. Да, действительно, он участвовал. Вот карта четверка жезлов говорит о том, что он имел непосредственное отношение. И вышла еще девятка мечей. Это говорит о том, что вот он разлад с психикой у него, как бы психика разлажена, и оно, он не понимает, что в окружении делается. Вот. То есть внутренний разлад не совпадает с окружающим, с окружением. То есть он внутри чувствует одно, понимает, а окружение совсем другое ему диктует, и оно с этим не совпадает. Он как бы в таком гнетущем как бы состоянии. Ну, это говорит разлад в мышлении. Вот как вот тут как рука, вот как корги такой вот. Понимаете, эта вся карта говорит о том, о вселении сущности какой-то, что дает у него разлад его психики. Понимаете? Вот. Ну и по поводу судебных решений, ну я вам говорила, что вот он верит, верит, что как бы ну, он не получит вот именно тюрьму. Ну, в принципе, правильно верит. Я задала вопрос по поводу психиатрический для уточнения. Посадить ли его в психиатричку? Да. Карта шестерка жезлов – это победа. Вот психиатрическая лечебница вышла победа. Карта победа говорит о том, что… Ну, о чем тут можно говорить? Карта победа, все. Мы победили. То есть тюрьма в сторону отошла. Победа, психиатричка. А психиатричка, как вы понимаете, это лучше, чем любая тюрьма. Вот такой у меня расклад получился по картам Таро. Так что, кому интересно, задавайте мне еще вопросы. По Руби, конечно, личность, конечно, интересная. Ну, вот, как бы, такой мой ответ. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, колокольчики, чтобы вам приходило уведомление о выходах моих новых видео. Всем здравия, всем пока.